В субботу 25 января, в день памяти святой мученицы Татьяны, в студенческом храме святой мученицы Татьяны на 4-й станции Большого фонтана по благословению митрополита Одесского Измаильского Агафангела будет совершена праздничная божественная литургия. Традиционно по инициативе почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова по окончании богослужения всех ожидает праздничный благотворительный обед. В этот день мы также по благословению владыки митрополита Агафангела также совершим божественную литургию. Литургия начнется в 9 часов утра. Однако необходимо помнить, что каждый церковный праздник, он имеет некое предпранство. И вот это предпранство, оно совершается накануне. Поэтому 24 января, это в этом году будет пятница, 24 января в 17 часов вечером будет отслужено торжественное вечернее богослужение, всеношное бдение с литией и освящением хлеба и вина. В сам день праздника в 7:30, то есть рано утром, в Нижнем храме, который освящен в честь благоверного князя Олега Брянского, в нашем храме будет совершен водосвятный молебен святой мученицы Татьяны. Это в том числе и праздник студенчества, потому что наш храм святой мученицы Татьяны, он расположен при ведущем вузе города Одессы и вообще при Черноморье, при юридической академии. И, конечно же, этот праздник всегда привлекает массу и студенческой молодежи. Во дворе нашего храма будет накрыт благотворительный обед. Это также древняя христианская традиция, когда все члены прихода, все члены церкви, общины оставались после службы на совместную трапезу. Но так как мы не можем поместить здесь всех желающих, поэтому по традиции, уже давно сложившейся, хорошей, доброй традиции, полевая кухня с вкусной кашей, с мясом, с горячим чаем в это морозное время, она угостит всех желающих и подкрепит телесные силы всех наших гостей. Начало божественной литургии в 9 часов утра. Праздничный благотворительный обед ожидает всех в 11:00 во дворе храма.